Румяные, аппетитные блинчики, перед которыми невозможно устоять. Обычные с начинкой, нежные или с хрустящей корочкой. Теперь готовить вкусные, идеально ровные блинчики просто и быстро, как никогда. Представляем вам инновационную блинницу «Леомакс Прованс». «Леомакс Прованс» — это переворот в приготовлении блинов. Погружаем блинницу в тарелку с тестом. Ждем несколько секунд, переворачиваем. Румяный, аппетитный блинчик готов за считанные секунды. С «Леомакс Прованс» ваши блинчики всегда будут идеально ровными и тонкими. Блинчик сразу хорошо пропекается, поэтому его можно даже не переворачивать, особенно если вы делаете блины с начинкой. Для золотистой корочки блинчик можно обжарить с двух сторон. С «Леомакс Прованс» печь блины – настоящее удовольствие. Просто, быстро, удобно и всегда идеально. И первый блин никогда не будет комом. Ведь в «Леомакс Прованс» воплотились самые передовые технологии. Керамическое покрытие «Керапро» позволит вам готовить практически без использования масла и при этом не бояться, что ваши блинчики перегорят. Нагревательный элемент «Леомакс Прованс» не только равномерно разогревает поверхность, но и поддерживает постоянную оптимальную температуру. Поэтому блинчики всегда получаются такими тонкими, равномерно прожаренными и аппетитными. Печь блины с «Леомакс Прованс» в два раза быстрее, чем на обычной сковороде, и намного удобнее. Десерт с медом и вареньем, закуска с сыром и зеленью, горячее блюдо с фаршем или рубленым мясом. Ваши гости позавидуют вашему мастерству. «Леомакс Прованс» — это идеальные блинчики с первого раза, даже если вы готовите их впервые. Наливаем тесто в специальную тарелочку. Смазываем жарочную поверхность маслом только перед приготовлением первого блинчика, и через несколько минут у вас уже будет вкусный, аппетитный завтрак. Никогда еще приготовление блинов не было таким быстрым и легким. И для этого не надо ждать выходного. Ровные, тонкие, аппетитные, идеальные блинчики. Быстро, как никогда. И всего на одной капле масла. Простые и с начинкой, сладкие, соленые и даже острые. На завтрак или на званный ужин, а может быть фигурные для детского праздника. Все зависит от полета вашей кулинарной фантазии. Главное просто, быстро, удобно и всегда идеально. Диаметр блинницы 20 сантиметров. Оптимально для приготовления блинов с вашими любимыми начинками. Совершите переворот в приготовлении блинов. Пеките с легкостью и удовольствием всегда вкусные, красивые, аппетитные блинчики с вашими любимыми начинками быстро, как никогда.